В рамках акции «День здоровья» врачи продолжают оказывать помощь жителям прифронтовых территорий. В этот раз луганские медики оказали помощь жителям поселка Донецкий, что в Кировске. На протяжении 7 лет этот населенный пункт не сходит со страниц военных сводок и находится под постоянными ударами украинских вооруженных формирований. Поэтому помощь квалифицированных специалистов здесь просто необходима. К каким врачам и с какими вопросами обращались жители, далее в репортаже. В поселковой амбулатории из врачей здесь только педиатр, других специалистов нет. Людям приходится ездить на прием в Кировскую поликлинику. Сегодня они могут озвучить жалобы, получить ответы на вопросы и узнать диагноз, не выезжая из поселка. Видя вот какое количество людей пришло сюда на прием, я думаю, что это людям очень надо. И эта практика замечательная, которую глава Луганской Народной Республики проводит на всей территории, это очень значимо и необходимо для наших людей. Всего в Донецкий приехали 10 врачей. Привезли с собой необходимую аппаратуру. Здесь можно было сделать кардиограмму и сдать анализы. Особо сложных пациентов консультируют в цифровом формате. После праздников люди сдадут анализы, сделают дополнительное УЗИ, исследование, у каждого свое ФГДС. Вот. И потом некоторые из них приедут в город Луганск, в Республиканскую клиническую больницу, в другие больницы. Больше всего пациентов обратились к кардиологу и невропатологу. И это понятно, на протяжении 7 лет Донецкий не выбывает из военных сводок. И даже несмотря на относительное затишье, люди находятся в постоянном стрессе. Каждый второй у нас сердечник в поселке, житель. Поэтому та акция, которая прошла у нас в поселке, огромное спасибо, что откликнулись, к нам приехали. И я надеюсь, что это будет не последняя акция. Сегодня в Донецком живут 750 человек. В этот день к специалистам обратились 97. Каждому из них была оказана помощь. Это не первая встреча, это не первый поселок и не последний поселок, в котором мы будем. Поэтому то поручение, которое, эта инициатива, которая была со стороны Леонида Ивановича Пасечникова озвучена, мы ее выполняем. Кроме того, в рамках акции «День здоровья» активисты проекта «Волонтер» привезли в амбулаторию поселка мединвентарь и хостовары. Жгуты, различные хостовары чистящих моющих средств, маски медицинские, то, что пригодятся, конечно, врачам и пациентам. Традиционно специалисты отработали до последнего пациента. Всего было оказано 155 консультаций, проведено 108 исследований. Врачи готовятся к выезду уже в другой прифронтовой поселок. Надежда Остапущенко, Анастасия Рублевская, Александр Пономарев, Лидия Пономарева и Евгений Мороз. Вести. Луганск, 24.